Семена календулы дачница, Calendula officinalis дачница. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют высаживать вдоль бордюров, в групповых цветочных композициях и для срезки в букеты. Растение оригинально дополнит цветовую гамму цветника любых расцветок. Декоративная культура имеет форму куста высотой до 60 см со множеством ветвей. Выглядит растение очень пышным, поэтому лучше соблюдать расстояние при посадке в 25 см. Соцветия достигают 7 см в диаметре, шаровидной формы, махровые. Окрас колеблется от светло-желтого до темно-оранжевого. Время активного цветения длится с июля по сентябрь. Календула дачница – это однолетнее растение высотой 60 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 7 см в диаметре. Календула прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для песчаных почв. Расцветает календула дачница в месяц июнь-август. Цветок окрашен в желтый, оранжевый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.